Вы смотрите «Большие новости», мы продолжаем. Лучшие спортсмены боевых искусств собрались в Красногорске на всероссийский турнир по единоборствам. Он посвящен победе советских войск в Великой Отечественной войне, и так и называется «Победа». Уникальный мультиформат. Здесь и спорт, и развлекательная программа. За всем этим наблюдает наш коллега Александр Остроумов. Он на прямой связи со студией. Саша, здравствуй. Ну что, кто там побеждает? Ну, пока на самом деле побеждает дружба, потому что сейчас только буквально начался, был первый раунд первого боя, сейчас идет второй раунд. Это самбо, спортивное самбо. Также в программе сегодня будут соревнования по боксу, кикбоксингу и смешанным единоборствам, так называемые ММА. Всего будет участвовать 8 пар, то есть 16 бойцов разных возрастных категорий, самому младшему 13, старшему 32. Все участники призеры всероссийских, московских и подмосковных турниров. По сути, сегодня будут драться бойцы клуба «Ярополк», это Красногорский спортивный клуб, против бойцов из разных клубов других регионов России. Сюда приехали из Тулы, ребята из Тольятти, из Москвы, конечно же, из Нахабино, и даже из Калининграда есть боец, который сегодня будет участвовать. Ну, зал достаточно полный, отсюда, к сожалению, не видно, но на самом деле все 1300 мест практически... Ну что ж, у нас техническая неполадка, приносим свои извинения, но обязательно свяжемся с Александром Остроумовым попозже, но идем дальше.